Привет! В ремонте планшет Asus. Дефект не включается, не заряжается. При подключении родной зарядки и кабеля планшет не заряжается. Ток зарядки 0. Подключаю к зарядке исправный смартфон, чтобы проверить исправность и зарядного устройства, и кабеля. При подключении кабеля смартфон начал заряжаться. Кабель и зарядное устройство исправны, но планшет не заряжается. Проверяю состояние разъема питания. Micro-USB разъем без повреждений. Значит, причина того, что планшет не заряжается, скорее всего, не в нем. Далее нужно проверить состояние аккумулятора планшета. Аккумулятор заряжен или разряжен? Если аккумулятор разряжен, нужно будет его зарядить. Разбираю планшет. Разбираю с помощью пластиковой карты. Подключу самодельный блок питания к аккумулятору планшета. Видео с моим блоком питания есть на канале. Заранее выставил на блоке питания минимальный ток. Напряжение 4,3 вольта. Напряжение на индикаторе блока питания упало до 3,1 вольта. Это напряжение аккумулятора планшета. Аккумулятор в глубоком разряде. При такой степени разрядки электроника планшета редко справляется с самостоятельной зарядкой аккумулятора. Поэтому слегка заряжу аккумулятор, тем самым выведу его из глубокого разряда. Поворачиваю ручку регулятора ТК ограничителя, чтобы увеличить ток зарядки аккумулятора. Ток 1,7 ампера. Постепенно ток зарядки уменьшается. Заряжал аккумулятор примерно 2 минуты. Думаю, этого достаточно. Проверю, будет ли планшет самостоятельно заряжать аккумулятор. Подключаю планшет к пауэрбанку. Ток пошел. Теперь планшет заряжает аккумулятор. Оставлю планшет заряжаться на некоторое время. Буквально через 20 минут планшет достаточно зарядился, чтобы включиться. При отключении кабеля планшет видит, что кабель был отключен. Это значит, что с системой зарядки у планшета все в порядке. Возможно, планшетом просто долгое время не пользовались, и он разрядился до такой степени, что встроенная система зарядки не смогла справиться с зарядкой аккумулятора. Это довольно частое и типовое явление. Устраняется ручной зарядкой аккумулятора. Ну, теперь планшет и включается, и заряжается. Значит, ремонт завершен. Я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание и до новых встреч в других ремонтах.